творческое объединение «Хвост пистолетом» и рекламное агентство «Пальцы врозь» представляют. Лучшая книга о кошках за последние 100 лет, и не только о них. Эсво Вайкт, Катаум. Наш город любимый стоит на могилах, но всем нам на это хвостом помахать. Живем мы как можем и прибыли множим, а кто не согласен, бока ему драть. Мы те, кто не с нами, загасим хвостами, а кто недовольный, клыком угостим. Что нужно для жизни в кошачьей отчизне? Железный порядок, врагов не простим. Вы кошек пинаете, не понимаете, что скоро придется ответ вам держать. Мы скоро земляне из космоса грянем, тогда и увидите кошкину мать. Ведь мы рождены не мяукать под лавкой, а гнать в космолетах на помощь своим. Держитесь, облезлые, гавкой не гавкой, а вас мы низвергнем и всех победим. Кошачья родня, продержитесь немного на этой ужасной планете Земля. Мы скоро прибудем и спросим сурово, и лучше не будет в истории дня. Так бойтесь Катауна, он беспощаден, шерстяв и когтист, и гордится собой. Лишь только с врагами своими мы сладим, и сразу на землю, в решительный бой. Вот так. А пока высылаем вам книгу, про нас почитать, чтобы лучше понять. А коль не поймете, получите фигу, тогда будет поздно на кошек пенять.